Всем доброе утро, друзья! Достала тесто, которое у меня было с вечера. Вот. И, короче, оно у меня оттаяло. Замороженное. Сейчас я хочу испечь лавашек, лепешку ли, потому что хлеба нету. Включила духовочку. Так, наверное, сейчас подсосочку уберу. Вот. И сюда маленько налила масло. Вот и все. Сейчас вкусный лавашик будет. Так, эту муку я соберу, просею и обратно. Хотя что ее сеять тут? Ну, вот тесто только. Оно же когда оттаивает такое, сами знаете. Такое липкое. Ну, все, сейчас духовочку. Вот наш лавашек готов. Не знаю, не знаю, почему он у меня так вздулся. Ну, это не важно. Самое главное, это очень вкусно. Конечно, мы его сейчас за завтраками съедим. У меня и Миша любит такой лаваш. Вот. Опа. А на завтрак я приготовлю кабачки с яйцами. Вчера вот собрала. Все здесь молоденькое. Уже выдернула. Сейчас я это помою. Я думаю, хватит. Потому что Саша у меня вряд ли это будет есть. Это уберу еще в холодильник. Вот. Это сейчас помою. Так. Сейчас это все уберем все лишние. Попочки. Так вот. О, это же молодой кабачок. Это вообще вкуснятина. Я вот не знаю, конечно, такие кружочки. Я, наверное, вот так. Нарежу вот эти вот кабачочечки. Так, сложим. Я их посолю сейчас, поперчу немножечко, чуть-чуть. Пусть пока они немножко постоят. Я вот когда первые кабачки пошли, только еще. Я их вот такие малосольные делала. Чесночок сюда, укроп. Их прямо вот так можно есть уже. Сегодня у нас, наверное, не знаю, конечно,
я бы себе запекла в духовочке. Но Саша у меня это не ест. Вот, все, пусть постоят чуть-чуть и будем жарить. Вот здесь сок появился, я сейчас его солью. Вот и все. Так, на сковородочку сейчас нальем масло. Маслица. Ну, сколько там, я не знаю. Ложки две. Так, разогреваем. Девочки, делаю пока для себя одной. Во-первых, Саша у меня гуляет с Найдой. И кабачки, он сказал, есть не будет. Так что я себе сделаю. Я завтракаю раньше его всегда. И ему просто яйцо пожарю. Вот это даже так. Как вкусно. Обжариваем. Так, и я сейчас яйцо, наверное, размешаю и залью. И немножечко соли. Было бы молочко, но нету. Ну ладно. Все. О, сейчас мы его перевернем. Ну что ты? Так. Неудобно. Неудобно. Надо эту лопаточку взять. Так, смотрите, какая уже получается красота. И все, сейчас залью. Я вот так их поближе. Яйцо. Вот и все. Сейчас яйцо пожарится и будем завтракать. Опа! Девчонки, так думаю, вкусно. Сейчас чай погрею. Так, что, на тарелку выложить? Что ли? И чем не завтрак? А? Красота. Красота. Вот так ломаем наш лавашик. Мы сейчас поедем на дачу. Пока погода стоит у нас после дачи будем доедать все, что есть в холодильнике. У нас суп остался немного. Зеленые щита.
Потом, как его? Мягкое. Замечательно. Смотрите. Я вообще люблю, чтобы немножечко был хрустящий. Вот. Суп доедим. Там печень есть еще. Я начистила картошку. Вечером пожарю картошки. Всем приятного аппетита. Девочки, очень вкусно. Вообще вкуснятина. Наш ужин. Доедаем суп. Доедаем печеночку. И все. Доедаем батон. И все доедаем. Так. Такой у нас обед. Девочки, вы посмотрите, какой у меня сегодня будет ужин. У нас. Ждали автобус обратно, когда поехали с дачи. Дедушка забежал в лес. Ну, просто вот он уже пришел, автобус. Вот такой вот. Вот такой. А я хотела сегодня просто пожарить картошку. Я начистила, порезала уже утром. Думаю, это, чтоб мне потом... Хотя у меня полная морозилка в грибах. Но такая прямо, ой, прямо вот даже не знаю. Конечно же, он был без ножа. Вот. Сейчас я его почищу, отварю. Так что на ужин у нас картошка жареная. Да. Будет и Миша есть. Спросила, будет. Так что я жарю побольше. Вот. Привезла вилок капусты. Надо замариновать будет. Что еще я? Привезла кабачков. Все, кабачки убрала. Все убрала, свеклу убрала. Я там видео потом скину про дачу. Осталась морковь, капуста. Так, вилок взвесила 3,149. Ага. Так, что еще? Вот надо бы свеколки сварить. Овощи есть. Так, ну ладно. В общем, я грибочком займусь. Ой. Так, картошка начищена, луковку недолго почистить. Ну вот и ужин наш готов. Картошечка с грибами. Почти что готова. Так жаривается, смотрите. Вот такая. Картошечка свежая. Со своего огорода. Ну, чем не ужин, правда? Сейчас надо попробовать на соль. Сейчас попробуем на соль эту вкусняшку. Это у меня, которые были малосольные огурчики, они стали квашеные. Так, хватит, я думаю. Ну, что можно сюда еще? Можно помидорку подрезать, но я думаю, мы не будем. Вот. Нам достаточно. Всем приятного аппетита! Вот так.
такая вкусняшка. Я думаю, самое то. Так что на этом я буду с вами прощаться, а мы будем ужинать. И всем пока-пока!